не могу вспомнить, что я же теперь не зомбак. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Тутенпаут и Зевалка. Мега шиноби этого 21 века, но... А мы вот решили продолжить в Dying Light играть. Сейчас, как он говорит, мы пойдем за катаной. Ну, погуглил я, собственно, где ее искать. Ну, не идти же нам... Да, тварь? Не идти же нам в The Following прям сразу. Конечно, можно, но Даня там... Да ты надоел. Но Даня будет там очень тяжело. Слушай, Данек, мой ножик, он какой-то вообще бесполезный. Мне 4 раза чуть башку не откусили. Понимаю. Так, я себе возьму этот, наверное, с собой простой нож. Против этих... дебилов. Ну, вот только проблема. Андрюха, который у нас сейчас в лобби с нами, который не в Дискорде с нами, который немножечко как бы не вписывается в наш сюжетный этот самый, ну, так сказать, короче, он сильный, не слишком. Ну, Андрюха, да, он прошел, я как понял, Dying Light, но решил поиграть с нами и в диск нам еще не входил. Собственно, мне надо понять, как у нас Толя обозначается, я как понял, зеленым. Я не знаю, как я у тебя обозначаюсь, ей-богу. Толя у нас зеленый. А я синий. Так, ладно, пока там они куда-то пошли, залезли в этот дом. Посмотри, что тут у нас. Я как понял. А, о, есть. Шелка. Потому что там есть, это все в одном и том же месте. И тот чертеж, что я хотел тебе показать, и катана, оно все лежит в одном месте, поэтому давай ко мне. Да, ну, я вот Андрюха, бегу. Он бегает с крюком кошкой. Это неинтересно и нечестно. Крюк кошка? Да, тут такой есть. Четко. Надо прокачиваться, просто чтобы он у тебя был. Ну, он ходит чисто зомбарей, короче, месяц, а мне за это опыт начисляют. Ой, ну он слишком имбовый. Ну да, как бы надо бы его как-то это попросить отсюда. Так, мне уж тут попрессовать решили в зале. Попрессовать, я сейчас знаю, с чем он бегает хотя. Вода, да, что-то вот как только к воде подходишь, она начинает двигаться, а издали как резиновая. Ну а что ты хотел, если она у тебя. Если хочешь, чтобы она у тебя была такая вот, какой ты говоришь, то это немножечко нереально. По крайней мере, не в этой игре. Ну вот, может быть, в будущей второй части еще, да? Ну что ты, блин, идешь там ко мне, нет? Иду. Я уже лезу за чертежом. Андрюха за мной сейчас будет на крюке кошки ползать там. Блин, с крюком кошки, если честно, немножечко неинтересно становится походить, потому что на ней можно реально куда угодно. Охренеть, тут на масте труп этих отбитых. Много, ну как-то тупо идешь по машинам и все, и не паришься. А еще если ты перепрыгивать умеешь, так вообще легко. О, чего выбросил сюда, зарабатываю. Так, ну собственно я, блин, что у него... У него какое-то мачете. Я так понял, какой-то инвентарь. Что оно такое красивое, кровавое, все красное. Мы тебя там стоим и ждем. Мы смотрим, мы стоим и ждем. Ты там как-то обойди это справа, слева. Не, ты прям прыгнул, короче, в эту штучку, куда они сейчас все прыгают. Ты гениален, да, ничего не скажешь. Вот видишь, где я. Гоу, наверх. Ну выйди из автобуса, гоу, наверх. Подними и посмотри, где я. Они на машину умеют залазить. Посмотри, где я. Я вижу то, что ты наверху. Как тебе залезть? Подожди, стой, направо посмотри, направо посмотри. Там будет выступ такой, вот он, башня. Вот через него. Направо, вот, да. О, а, вот, вот, вижу. Вот тебе туда мне. Я просто стою, жду тебя, чтобы тебе показывать. Потому что я точно знаю, что ты потеряешься сам. Да реально, я чё, думаешь, знаю, чё, вот, дальше прыгать или чё? Конечно, залази сюда и ко мне, ты что? Направо там. А, я понял.
Блин. Не понял. Смотри на уступы, ты что, слепой, что ли, блин? Ну как бы я мог бы к тебе так спуститься осторожно? А, нет, во. А, ну так бы сразу и сказал, что с другой стороны можно. Как будто бы не видишь там. Нет, не видел. Слушай, ты куда пополз? Нет, ты что-то не туда. Не, ну или может туда, ты что-то отдаляешься. Нормально. Здрасте. Ой, здрасте. Все, залазит. И вот, видишь, канат вот этот вот. Поехали. Поехали. Тихо. Сел. Так, вот теперь на вот эту трубу. Ну, блин. Понятно. Так нельзя. Ага. Так, сейчас. Значит, смотри, прыгнуть на перила нельзя. Я почему-то хотел. Да нет! Ты на перила прыгнуть попытался, что ли? Я пытался на трубу прыгнуть. А надо было осторожно. Ладно, сейчас отхилюсь. Я ж правильно подумал, то, что надо на трубу. Во. Так, ты все еще находишься, да? Да что, блин, тебе? Ну, я как-то побегу. Немножечко лоханулся, ну такое бывает. Мое ниндзюцу было не идеально пока что. О, ну, залез. А ты, старый мастер забыл просто как что. Ну ты там дальше лезь, собственно, по этому самому, по инерции додумаешься. Мне только интересно, насколько я профессионален, я смогу тебя догнать, или уже это невозможно. Ты чё, упал? Ну чувак, я же упал, разбился, алё. А-а-а. Я вниз, 50 метров, наверное, да, я так настолько живу, что нет. Не я могу. Тоже разбился, только что. Это нелёгкая задача, но вернее, не требующая спешки. Я просто перепрыгнул то место, на которое надо было мне спрыгнуть. У меня вопрос. Ты далеко? Не, я только вот дома. Да я не успею за тобой добежать, это точно, ты чё? Понятно. Потеряно очков 80. Да это жесть просто. Тоже 80. Пипец какой-то. Прокурист, блин. Почему нет функции взять и спокойно сойти? Блин, опять на этот мост. Остановите ваш паркур, я сойду, да? О, нормально, хоть мусор на этот пак упал. А ты хоть понял, куда нам надо? Да я понял, куда нам надо. А нам надо? Тут мост, наверное, один на всю карту. Не, я имею в виду, куда нам на этом мосту надо. Да я понял. О. Куда? Ну куда? В эту залезать. Не в эту, а на эту. Понимаешь, чел? Там наверх, на самый, там, вообще на самый-самый. Мы с тобой даже наполовину не залезли, а уже... А Андрюх чё, вышел? Да. Ну ладно, как хочется. Не, ну не как хочет, с одной стороны. Нам это даже на руку не будет мешать. Да не, в принципе, чем он там помешать-то мог? Тем то, что у него уровень не по нашим дням. Тихо! Что ж ты так? Или чё? Конечно, он просто бегает, их убивает, и опыт-то за это не точно число. За то, что он рядом стоит. Причем он может так встать, просто их косить, а я буду рядышком стоять, получать опыт. Нет, да. Играть будет неинтересно. Слушай, блин, ох! Я понял, где ты там умудрился пролететь. Как чувак в видосе не пролетел? Где там? Да вот, на ментовку залазили. Я как-то в текстуре вообще упал, ты меня тут не подбежишь. Ну, тут главное раз попробовать, а дальше все как по маслу пойдет. Ну, я туда не залазил даже на пиратах. Я вообще не знал, зачем туда залазить. Я как-то на этот мост
вообще с этим не ходил. Я понюхал этот момент, причем, ну так хочу сказать, 7. О, я забыл, как хвататься в прыжке, да что ж такое. Значит, если бы помню, не было бы этих проблем. Да, что-то мы как-то хреново. Ты же это вырежешь, я надеюсь. Да, вставишь там, как мы уже залезем полностью. А то зачем народу 20 минут смотреть на то, как мы не можем залезть? 20? Да? А, ну да, 20. Угадал, что ли? Ну мы ж болтаем в это время. Не, ну я... Как будто бы мы о чем-то суперинтересном болтаем. Ты же не стримишь. Кстати, мог бы и постримить, чтобы так вот. Ауч, за жопу укусили. Перепрыгивай. Да нет, да нет. Куда? Ты куда там, под карту улетел, что ли? Ой, в пень, короче, как, он за трубу эту не зацепился. Не знаю, но у меня он перелетел, малё. Ой, до свидания. Ой, и куда мне залезть надо? Ну, ты там, во-первых, комнатку внутри открой. А она не открывалась. В смысле? Так, подожди, что ты не то делаешь, значит? Ух, мама, страшно. Я был в этой комнате, она не работала. Мама. Ой, мама. Да понял. Залази вот сюда, вот еще. Куда еще? Еще направо, еще направо. Оно не пускает. Пускает оно, пускает. Все, поднимайся. Если нормально нажимать, не пускает. Я за тобой смотрю. Последний я пока просто не понял, куда дальше. Блять, господи, ты по краешку бросал. Ну, а подождите, они что, убрали ее отсюда? Я подошел, знаешь, она что? Не открывалась. Ты... Не, а тут нету ее, слышишь? Они ее выпили. Это и есть эта комната, в которую мы попасть были должны? Ты знаешь что? Нет. Тут, во-первых, записка какая-то лежит, ты ее подбирал? Давай на обратном пути. Окей, на обратном. Это что? Сплитинист там какой-то есть. Я ее что-то не видел. Окей, так, ты тут залазил, да, получается? Да. Хорошо, они немножечко подправили карту. Челик-то снимал видос давно, а мы делаем это с... Да, Вася! А, о, я понял, куда мне дальше лезть надо. Да, это тебе не на пятиэтажку залазить, чуть немножко страшно. Немножко... Ты записываешь, да? Тут что-то, да. Так кажется, что ты забыл нажать на кнопку. Записываю. Ага, тот, кто арк снимает, чтоб забыл нажать на кнопку. Ну да. Такого не бывает в этой игре, чтоб ты забывал. Ну вдруг ты постарел. Ух, ё-моё, не. Ее, я залез сюда, чертёж на это. За что, суки, не ждали? Ну чё? Оно стоило того? Нет. В смысле нет? Я не понял. Я тебя не понял. Надо превьюшку делать какую-нибудь, я не знаю. Давай вот тут вот по фотку вид. Давай еще вот тебя тут вот так сфоткаю. О, хорош. Куда? А что, кстати, записка? Я не знаю. Ничего страшного. Тут тоже что-то есть? Стоять. Разучился ящику взломать. Это чертеж вот этой катаны, что ли? Нет, нифига, это чертеж вот оттуда, что он скажет вообще. Ключ. И драгоценность. А у меня мешочек был и труба. И труба? Да, синяя. О, тут флаг, слышишь? Иди возьми. Хочешь, сфоткай меня со стороны. Сфоткать тебя? Подожди. Ну, можешь тоже на превью кинешь что-нибудь, я не знаю.
Ну блин, подожди, можно ломать ноги врагам. Можно ломать ноги врагам, можно кидать на врагов в сторону. Так. Так сфоткать, чтоб не перекрывать взгляда. Чисто сфоткаю тебя, короче, так, чтоб мост даже не видно был, чтоб вот это летит. Я тебя, допустим, сфоткал, конечно. Да, я хару твою сфоткаю, страшно. Трубу только убери эту, а то что-то выгораживает. Да убери ты ее нафиг вообще из рук. Как а как ее вот убрать? Во, вот так вот. Только на меня смотри. Башку еще подними чуть-чуть. Еще чуть-чуть подними. Такой страшный еще, капец. Еще чисто. Отрежешь там свой взгляд страшный потом как-нибудь. Так. Взгляд страшный, говорит. А что там за записка-то? Надо мне ее взять. Ну, значит, спускаешься вот туда. Там записка. Ну, я вообще, честно говоря, без понятия. Нафиг они нужны. Они, мне кажется, так чисто для коллекции. Чтобы было. А теперь куда нам надо за катану? Что-то тут не разобьюсь, если спрыгну нафиг. Давай как в том видосе, типа, не подходи ко мне. Только в этот раз ты. Куда? Тут что ли воду, прыгать? В воду прыгай. А зачем в воду-то мне прыгать? Мне записка нужна. Да чё нафиг она тебе не нужна? Да я хочу за... Я её возьму. Я возьму. Ой, и обратно залезу. Возьми, залезь, да. А... У нас теперь есть... О, суки, не ждали. Я её возьму и обратно залезу. Это изи лазить тут. Изи. Ай. Короче, я слез. Она где? Она там внутри той дверцы черной. А, вот это что ли параж? Да, вот это вот параж. Записка 12. Ой, обратно лезь, ладно. Сейчас залезу. Я реально не знаю, что, зачем эти чертежи нужны. И что, сейчас по сюжету пойдем? Не, сейчас за катаной пойдем. Мы еще до нее не дошли, что ли, ты шутишь? Ну, а чувак, вот почему-то здесь лежит какой-то долбанный чертеж, а катана лежит в другом месте. Я думал, она здесь лежит. Нервный срыв у Дани чисто после того, как Толян сказал, что полезем за катаной, а в итоге здесь не есть не катана, а катана в другом месте. А здесь какой-то долбанный чертеж не нужен. Так, что-то не туда я немного... А, понял. Да, вообще, вроде как туда. Не, не туда. Во, вот сюда надо. Боишься? Вот смотри, нам надо... Вот иди посмотри, куда нам надо. Видишь, там такой залив, который как буквой Т. Вот нам надо туда, за катаной. Куда поэтому... буква Т? Где буква Т? Как видишь, короче, домики вот эти стоят, да? Ну. Веди от них направо, и будет такой заливчик маленький. Там налево и направо будет такой. Раз... Ну, вижу. Он как буква Т. Вот нам туда надо. Понял. Ага. Прыгать, собственно, нам туда надо, поэтому давай, как в том видосе, только теперь я к тебе буду подходить. Ну, давай. Не подходи ко мне. Мальчик, слушай, суицид это не выход, знаешь, может быть, я могу тебе, собственно, помочь, а... Нет, никак так. Никуда, придурок, стой, я не договорил. Нормально. Собственно, я сказал, что я не договорил. Я тебя сейчас догоню, собака, а потом выбью из тебя всю душу. Ну, как бы понял, вы катаны. Вот я катаны, собственно, и буду выбивать из тебя душу. А я не помню, там мина вроде катится, когда ты видишь? Ну, должна по идее. Сейчас у него это начнет в глазах нести, как будто он нажрался, да? Я не знаю. Собственно... Почему вдвоем, а не я один? Ну там надо вдвоем, тогда будет легко. Даже там зомбаки ползают, и тебе надо, чтобы кто-то прикрывал тебя. Да, у меня осталось 35 хп. Серьезно, что ли?
Ну это после того, как я грохнулся один раз. У вас есть неиспользованные очки навыков, так подождите. Прям в воде будешь так вот использовать. Навыки. Уровень ловкости. Ну давай изучим по головам прыгать. Нормальные подводные водоросли с хаты. Зачем? Будут суши из них делать, нет. Их что, подбирать можно? Да, ну не все, конечно же. Там я какие-то синие подобрал. Чрятки. Вообще, если нажимать на Q, то оно показывает все, что ты можешь подобрать. А, просто они не тратятся. А, ведь это воздух тратился. Воздух капец долго тратится. Как он, собственно, это что? Это свечи. А, не, показывай. Весло хочешь? О, ля, давай, короче, я возьму весло, а ты потом возьмешь катану и будем как это. Я буду как Мусаши, который своего противника Сасаки Коджира ушатал весло. Я взял весло. Красавчик, все, пусть будет у тебя весло, у меня катана, молодец. Так, куда-то нам надо было сюда налево, кажется. Если они и это поправили, то да, обидно. Сейчас ночь настанет, жопу рвать будут. Не пон. А, нет, все, пон. Побежали. Фу, какая мутная канализационная вода. Пава, что ты найдите убежище и оставайтесь до рассвета. Удачи. Это наше убежище сейчас типа будет? Ну, как хочешь. Во! Значит, тут есть фигурка зомби. Тут есть ящички. А теперь стой, прикрывай. Ни хрена их там лезет. Вы чё, да, ребят? Так и в смысле? Это что за говно? Подождите. Чё за говно? Ну-ка, дай я теперь посмотрю. Там ключ лежит. Ай. Чё-то ты его испугал немного. Нормально. Он лежал. В смысле, сраный ключ? Мне надо катану, ребята, вы чё? Да, отвень. Этот не сломали, товари. И чё, нет ничего, то, что мы искали? А, да, у меня тоже ключ лежал. Так это неправильно, там должна была быть катана. Нет катаны. Идёт за тобой. Меня обманули. Ёбаный, кажется. Тут так это накурено. О, а там чё? Других слов нет. Полезли сюда? Да. Сюда. Ну, пришли оттуда. Нет. Только я не знаю, что тут. Ну, мы же пришли. А, нет, стоп, мы не отсюда пришли. О. Полезли, смотрим. Да, мы точно отсюда пришли. Может быть, они просто сделали чеха побольше? Тут что-то интересное, наверное. У тебя рыбки есть? У меня, да, есть. Какие классные рыбешки. Ну да, даже варки такие не плавают. Варки? Варки там какие-то кусочки мяса плавают. Так, вот еще ящик. Тут у нас что? Тут у нас вернулся. У меня тут идем, просто жестянка. Идем, говорится, по пещере дальше, там же можно вперед. О, вот тут парк. Знаешь, парк. На... Где парк? Наверх лезть. Да не, вон там дальше куда-то еще нужно. Вот туда, наверное.
Так, подожди, я да отойду быстренько. Getting dark, people. Time to lay low. Find a safe spot to make it through the night. You all know the drill. Stay safe. Берегите себя, люди, говорит. Так, чувака, по чертежам можем сделать. Так, я вернулся. Какой-то конченый в домофон уломился. Блин. И никто не открывает, вот я и думаю, может, что произошло. Ключевой поцелуй. Какой поцелуй? О, хочу. Поцелуй хочешь? Да, я сделал ключевой поцелуй. А чё бы нет? Паркур наверх, там где ты сказал, только я не понимаю, куда дальше паркур. Подумаешь, тупенький немножко. В смысле я. Это все, конечно, отлично. Но куда дальше? Походу нельзя никуда залезть в этом, где проблемы. Ну окей, есть другой вариант, где найти катану на самом-то деле. Да не для этого всего лишь надо. А, ну супер. Но он не хочет сюда, блин. Начинаем паниковать. Фак. Опана. Зацепился за что-то. Я за что-то зацепил. Так. Допустим. Нет, туда и нельзя, походу, залезть. Тогда вопрос. Зачем они делали эту дебильную пещеру? Ради чего? Вот, ну, мне теперь так обидно, что пипец какой-то. Что бы было? Я хотел найти катану. В видосе у челика тут лежала катана. А у нас сейчас тут не лежит катана. Видно уже. Я не понял, как вылезти отсюда. Ну иди туда, ко мне вот чисто пошли и бывает здесь. Че, идти туда, где типа приплыли? Угу. Именно туда. Гаечный ключ мне не нужен. Обидка. Неплохой гаечный ключ, кстати. Ну тебе хоть что-то, гаечный ключ хотя бы. Тоже не ноль. Ну, есть один вариант, конечно. Мы можем пойти с тобой за город, да? Но это противоречит сюжету просто. Там найти катану. Не надо туда идти. Ну, вот так. А я забыл, как отсюда выходить.
Молодец. Да нет, понял. И далеко ты убежал. Так сколько там наиграли? Уж 48 минут. Ладно, пошли по сюжету, чтобы мыгаться до катану как-нибудь потом. Но это значит, что мы тогда с тобой будем обчищать абсолютно каждый полицейский фургон. Фургон. Ну, легковушку тоже можно, но фургон почаще. Да-да, найдем. А еще тут, кстати, есть Экскалибур. О, здрасте, ребят. Безопасно. Есть... Хотя тебе это особо ни о чем не говорит, это скорее всего Карасу. Экусу Кариба. Это да, это Карасу я. А выкупить, продать. Ну на тебе, висло. О, кстати, да, нет, да, я тоже потом чуть. То я что-то не догадался, обиделся уже. Молоток, полицейская дубинка, классическая бита. А у меня что в инвентаре? У меня есть в инвентаре вот этот вот прикольный гаечный ключ. Так, ну чё, пойдем дальше по сюжету. Давай за место ножа его попробуем. Как хочешь, мне больше ножики и клинки нравятся. А как можно это... Вот я его выбрал. А. Так, выбрать. Поменять. А, во, все, я понял, как менять. Ну-ка, что это у меня? Ух, ни хрена себе, гроза сосна. А, побежали, пока сосна сам. Страшно. Ты идешь, что ли? Иду. Да ничего страшного вообще. Вот ты, кстати, ночные наши побегушки записывай, они веселее, чем дни. Записываю. Честно скажу, легче, чем до этого было от этой толпы отбиваться на ивенте. Ну конечно. Так так всегда. Я только на ивенте так был. Что мы сделали, чтобы не бегать по дорогам, будет товарищ. По дорогам как раз таки полицейский. Мы же шиноби, мы должны в темноте, по тишине, мы сидим, играем. А, нет, стоп, нам надо через это. Через тоннельчик. Как то? Значит, спуститься надо. Ну, сначала надо залутаться. Угу.
Да ты разучился взламывать замки. Бывает. Я тебе говорю, я трудные замки просто с первого раза взламывал, сейчас я не могу вообще. О, сюрикенчики. У меня труба газовая. Труба. Вот с газовой резьбой чисто. Так, да, сделаю тогда отмычечку. И аптечечку поделаю уже, то как-то. А без аптечечка хреново. А еще мы уикенд делать, ну не хочу. Ой, тихо, чуть не так. О, ля, Вася, здравствуй. Кто там? Зомби? Давай его убьем. Сейчас утро настанет, они сдадут. Да ё. На, тварь. Чисто. Беги, тварь, беги. Ну его бы убить как бы чисто, потому что он это. Сейчас ну, убьем, можно с пистолета? Подпишь меня, нет? Давай с пистолета, сука. Давай с пистолета. Пистолет. А где моя дубина? Иди сюда, тварь. Сюда подошел. На, тварь. Извините за пистолет, мне вы вините дали. Ну тварь. Ау, блин. Чё мы его загнобили? Застрелил. Баксов с ним. Бля, он красивый. Красивый, тебе такие нравятся. Страшный такой, на превью. Самое оно. Так, отвечу на меня. Ой, а у меня хп нету. Аптечка. А, точно, стрелять не надо. А я тут начал. Разошелся. Оля, я пошла отсюда. Пошла отсюда. Черт ты. Туда что ли идти надо? Нет, как-то вроде бы нам надо в этот в туннель идти. В какой? Вот тут. Где нету полицейского, блин, этого фургона? Он есть только на мосту, но на мосту там столько всех, что. Кстати, заметь, у нас под Новый год прям традиция во что-то такое играть стрёмное и угарное. Чё, мы хочешь сказать, в Рейка играли под Новый год-то? Да. Серьёзно? Я ж его тебе на Новый год подарю. Ну круто, чё. У нас прям традиция под Новый год во что-то такую прям жесть поиграть. Значит, не будем нарушать нашу традицию. Так, вот этот, по-моему, как бы взломать. Опа, подожди. Есть, нас, с первого раза очень трудно взломал. И это ради рыцаря. Ради какого-то улучшения, которыми я, кстати, никогда не пользовался, их тупо собирал и даже не продавал. Это, Толь, записи уже много времени, поэтому, думаю, нам надо закругляться. Да нет, так ты паузу ставь или отрезай что-нибудь, что ты, блин, куском. Да не, закругляться этой серии мы можем с тобой дальше полутаться за кадром. Эту серию-то закругляю, господи. Ну что ж, дорогие друзья, вот такая вот у нас вышла серия, да, Анатолий, прикольная. Почти пол серии лезли вон на тот мост за катаной, не знаю зачем. Я изначально скажу, что там не катана, там чертежик. Но а катана вообще должна была быть в той пещере. Ну, кстати, разрабы с того момента, как я тут туда смотрел, что-то поправили, и катана, короче, там не спавнится. А это очень обидно, потому что я ж надеялся на нее. Ну, не дать мне кинули в зале немножечко. Но... Ладно, такой вот у нас получился ролик. Не болейте. Всем удачи и всем до скорых встреч. Всем пока. Пока.